первое недоразумение свадьбы. Точнее, второе. Первые цветы? Первые цветы. Это нормально. И перед торжественным моментом государственной регистрации брака я прошу ответить, является ли ваше желание взаимным, свободным и искренним? Прошу ответить вас, Олег. Ваш ответ, Елена? Да. Июля 2010 года в столице России, в городе Москве, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга.